Привет из Беларуси. Ну что, черенковать давно уже пора. Что-то я припозднилась в этом году. Хотя нет, петунию уже вегетативную укоренила. Ну вот у меня такая пеларгония есть. Стеллар, да, звездчатая. Интересная. Мне она нравится, и я хочу ее почеренковать, пока въеду вот в теплицу, чтобы уже были более-менее готовые черенки. Так что давайте с вами приступать. Черенки буду выламывать. Вот такой большой побег выгнула моя пеларгония. Я выламываю его. И оставляю 2-3 листа. Положу, чтобы подсохли. При черенковании пеларгонии важно, чтобы грунт у вас был очень легкий и воздушный, чтобы он не был ни в коем случае залит, чтобы был доступ к черешку, потому что пеларгонии легко загнивают. И важно, очень важно контролировать полив. Если есть у вас такая беда, что вы заливаете растения, то с черенкованием пеларгонии будьте очень аккуратны. Я на пеларгонии не использую никогда укоренители, потому что, на мой взгляд, пеларгония лучше всего укореняется без всякой помощи. Просто прижимаем. Желательно, чтобы это было не очень густо, поскольку не хватает места, поэтому вот в такую небольшую плошку помещаю по 6 штук. Все, больше мы ничего не делаем. То есть пеларгония не накрывается ничем. Поливать только когда уже грунт посветлеет. У меня покупной грунт, он заправлен специально для посева, то есть здесь малая такая порция удобрений, плюс еще, как видите, вот эти белые гранулки, это перлит. Я вот такой грунт делаю для черенкования для всех растений. Наломала еще зональные пеларгонии черенков тоже. И вот готовлю их к укоренению. 2-3 листочка оставляю, а иногда и один оставляю. Ну, взяла не только верхушечные, ну, такие промежуточные черенки хорошие. Несмотря на то, что черенки могут быть совсем и небольшими, но они хорошо укоренятся. Только пусть немножко полежат и подсохнут. Срез должен подсохнуть обязательно. Наломала черенков бегонии. Бегонию я тоже выламываю, а не обрезаю. Но можно поступать так, как вы привыкли. Эта бегония гибридная, то есть она клубней не образует, поэтому размножается только черенками. То есть у нас с вами нет другого выхода, как только наломать черенков и поставить их на укоренение. Как видите, укореняю я бегонию в перлите. И делаю это всегда. И бегония хорошо получается в перлите. И использую укоренитель. Укоренитель может быть любой, какой у вас есть. Перлит у меня влажный, но он не переувлажненный. Вот сверху вы должны чувствовать влажность. И когда потом будете свои черенки ухаживать за ними, будете проверять их, то всегда щупайте, чтобы верхний слой был влажный. Если он пересыхает, значит, надо полить. А перлит очень быстро пересыхает. Мне нравится укоренять бегонию в перлите. Вот смотрите, я беру укоренитель, делаю отверстие, чтобы, понимаете, перлит очень твердый материал. Если мы будем просто бегонию с вами засовывать туда, мы ее обломаем или там повредим. Не надо этого делать. Делайте отверстие и плотно прижимаем так, чтобы при вот нашем желании ее выдернуть, бегония плотно стояла. Если какой-то лист нам будет мешать, а он будет мешать, тут бегонии, в общем-то, много, можно его убрать. И вот так укореняем. У меня это бегонии иконии.
и беликонии. Да, бегония моя уже полежала, чтобы вот эти сломы или срезы подсохли. Потому что вы знаете, что бегония склонна к гнилям, поэтому надо дать времечко, чтобы образовалась на конце среза или слома пробка. Наши черенки бегонии готовы. Я ничем не накрываю, потому что испаряющаяся влага с поверхности пролита, вполне ее достаточно для того, чтобы листья не подвидали. Бегония вот так будет стоять. Конечно, надо следить за тем, чтобы перлит всегда был влажный, проверять его. Наливать воды немного, чтобы она потом впитывалась. Перлит очень такой материал, впитывающий влагу, он даже шелестит немножко, вы даже услышите, как он это делает, если он сухой. А так, видите, вот немножко влаги здесь есть, и вот в таком состоянии все время поддерживаем наши черенки, пока они не укоренятся. Сколько они будут укореняться, это уже такой вопрос. Может быть и 2 недели, может быть 3 недели, как у кого. Температура у меня обычно комнатная, я буду ставить все на подоконник без досветки. Уже конец февраля, освещения вполне хватит. Отскочила немножко моя ипомея, подросла, поэтому пришла пора ее уже черенковать. Обрабатываю инструмент. Спиртовой раствор у меня, настойки календулы просто. Чтобы не заразить растения друг от друга. Ну вот что у меня есть. Такое вот цветная такая вот роскошь. Так, конечно, я буду уже ипомею сажать в обычный грунт рассадный с перлитом. Я просто делаю вот тазик такого грунта и потом все черенки в него и сажаю. Вот что у меня получилось. И ипомею мы, конечно, закрываем. Делаем ей такую вот тепличку. И будем ждать, когда она укоренится. На подоконник. Ампельная немезия. Черенки получила недавно, но они уже адаптировались. Поэтому вот смотрите. Она тоже укореняется неплохо. Тоже использую укоренители, поскольку черенки такие очень-очень-очень нежные, поэтому буду использовать инструмент для того, чтобы их черенковать, чтобы не повредить такой маленький нежный черенок, заталкивая его. И ее мы тоже закрываем, делаем ей тепличку. Вот, пусть проживается. Отправляем на подоконник. Еще одно растение, которое мне надо обязательно почеренковать, это бакопа. Ее у меня немного совсем. Вот такие растения. Привезла недавно, но уже они такие адаптировались. Поэтому вот тоже буду резать с них черенки. Вот так.
и оставить несколько междоузлей. Тут три междоузлия, как раз получится хороший пушистый кустик. И снять череночек, укоренить. Бакупа хорошо черенкуется. Черенки очень маленькие и нежные, поэтому приходится тоже их высаживать с помощью инструмента. Вторая партия черенков вегетативной петунии уже адаптировалась, подросла. Ну вот, смотрите, можно уже и срезать череночек. Вот такой. Конечно, использую укоренитель. Теперь черенки закрываем и ставим на подоконник. В этих плошках я никаких отверстий не делаю, ни на дне, ни в боковых сторонах, чтобы такой был эффект теплички. И здесь они очень хорошо укореняются. И при том видно, когда корни уже будут прорастут, они будут видны вот здесь, на тыльной стороне. Такого ухода за черенками не нужно. Просто ждем, когда появятся корни. Тогда крышку снимаем и поливаем, если надо. Поливаем аккуратно. Помним, что отверстий нету, поэтому контролируем себя. Не будем щедрыми на полив и все, и ждем, когда черенки наши еще подрастут. Можно сразу и прищипнуть верхушечки. Вот если отскочили, а здесь слабо видно, но все равно можно. Вот, закладываем таким образом сразу кущение, пока они подрастают. И потом можно уже будет пересадить в отдельную посуду. Также, как ампельная петуния, черенкуется и ампельная вербена. Тоже дожидаемся, пока появятся корни, и вербена уже готова к пересадке. Ну, а это тут немножко у меня коллизия. Она розовая, но пока не хватает света, окрас у нее не очень яркий. Еще одно интересное растение, которое я хочу почеренковать, это гвоздика. Она у меня уже третий год. Сейчас зимует у меня не в доме она, а в теплице. Не отапливаем, в холодной. Вот так в горшке всю зиму она стоит у меня на стеллаже. Не думала, что она так перезимует. Но оказывается, что для такой гвоздики это нормально хорошая зимовка. Как видите, черенки я выламываю просто. Она хорошо черенкуется. Вот живет, я повторюсь, да, у меня третий год она. В прошлом году зимовала дома. Тоже хорошо перезимовала. Но, как видите, можно не занимать подоконники, а держать ее в неотапливаемой теплице или веранде, у кого что есть. Сейчас посмотрю, как... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну еще пару штук, чтобы не сильно в плошке листья соприкасались. Ну вот просто беру, как видите, вот и выламываю такой черенок. Немножко уберу самые нижние листья, чтобы они не загнивали. Черенки такие крепкие, можно их сразу в землю. Состав тот же, условия те же. Но это только первая партия, самая первая моя. Потом уже все буду делать в теплице. Тоже накрываю все, ставлю на подоконник. Ну, у меня еще много всякой работы, много чего для черенкования, гелихризум и дихондра. Ну, об этом в другой раз. У меня на сегодня все. До свидания. Надеюсь, до скорого.